Выиграйте один раз Beach Flags. Посмотри, у кого это. Кто, у кого рейтинг. Подожди, я хочу пляжную. Оооо. Наконец-то. Это нет, это Beach Flags. А, Beach Flags. Фак. Артём, посмотри, кто может стать твоим партнером. Только с партнером можно играть. Да? Да. Ну блин, мы же пробовали один раз. Нет, посмотри. Ну, до этого смотрели, без партнера можно было. А, когда трое было на карте. Может быть, баг какой-то был? Не-не-не-не. Никакого бага. Короче говоря, давай сделаем, знаешь что? Beach Flags со мной сыграть, да? Не-не-не-не, подожди. А, переключись еще на этот, на пул. Нет, не пул сайт, пул. Пул. По-моему, только здесь можно повышать. Подожди, какие отношения у тебя с ним? Вообще можно не париться, хе с ним. Иди играй в этот Beach Flags. Надо попариться с теми, у кого, короче, две этих. Угу, вот, например, лето. Не-не-не, это... Тут не повышается близость. Повышается близость только на бассейне. Я не знаю, почему на бассейне... Только на бассейне повышается близость. О, бассейн повышает близость. Так ты играй с кем-нибудь в Beach Flags. Beach Flags. Секси Beach Flags. Ну... Ты не то делаешь, Тём. Не, я знаю, знаю. Тут только сатисфакция еще растет. Сатисфакшн. Сатисфакшн. Она растет, потом падает. Какая разница, отправлять подарки? О, она поменяла костюм. Ок. Ну, этот не такой, это... Интересный. Только не простреливать им гол. Круг, не забудь давай, круг! Капец, она загорела, охренеть. Бедолага. Скоро негров станет. Видишь, сатисфакция. Чук. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. I wanna win in bed, Beach Flags. Ясно. Приобретите и выпейте beverage в girl mode. What? Артём, иди в пул. Сучка. Так, я тебе говорю, не повышается эта близость. Сучки? Пул, не в пул сайт, вот сюда. Тут вообще все плохо. Подожди, не, посмотри. Нет, все нормально, тогда поиграй что-нибудь, что близость повышает. Во, пул хоппинг. Не, А во. Пул хоппинг это не мое, короче. Хотя... Подожди, бэт батл. О, поиграем в бэт батл. Короче говоря, круг просто пихай жопой ее, и все. Да не так, Артём, надо еще уворачиваться, ты че? Бам! Можно еще уворачиваться налево. А, уворачиваться как? Налево. В смысле, налево? Ну, а. Налево, Артём, стиком. А еще вверх-вниз. А, тварь! Просто закликиваю. У нее жопа выше, это сложнее. У меня жопа больше. По-моему, нет. Не знаю, мне кажется. Да не важно. Просто закликиваешь. Вообще капец. Просто вот. Перфект бонус. Все. Все, еще здесь закликал нахер. Ну, проблема, сеньор. Где? О, может попросить стать партнером ее. Не ее? А, фак, нельзя. Так пошло все в жопу. Тогда иди беверидж купи. Не знаю, что беверидж. Канцел? В смысле, я не понял. Вон написано, купите миссия купить беверидж в girl моде. Это не здесь, это скорее всего в другом магазине. Вот здесь. И выпить нужно его. Beverage, окей. Ок, а где его брать? Микрофончик есть. Ну не здесь, видимо, да? А может там еще другие? Попробуй зайти в другую вкладку. Там только одна, нет. А нет, тут это. Обертки. Спорту? Beverage. И где его взять? Может быть в овнершопе? Может быть. Нет, ты чехни костюмы для бабы, там вдруг там что есть норм. Только не здесь. Нет, здесь ничего нету. В girl mode. Круг. Чё, куда?
сюда. Может ли тачпад? Костюм? Тачпад. Я понял, ничего нового, понятно. Бэвэр, что есть вообще, грёбаный? Что это такое вообще? Что это? Ну это что-то, что выпить. Подожди. Зайди в этот, в Zack of All Trades, или как он там называется. Короче, Zack на все руки. В Owner моде. Сюда. Может здесь есть? Здесь то же самое. А может просто напиток какой-то? Может Бэвэр, это напиток? Ты видишь напиток? Я не вижу. Любой напиток, Артём. А, ну... Подожди, перейди в этот режим бабы только. Вон сок. Как она джуз. Коконат джуз. Окей. Yes. Нет. Yes. Я не знаю, exit shop. Я не знаю, это на пулсайде надо сделать или нет? Блин. Твою же мать. Как да. Как непривычно, а. И переключить нельзя. Да. Ну и звуки. Изи просто. А, ну это уже было, окей. А, я не хотел! Так ты можешь выйти. Два раза уже научилась на флейте играть. Артём, ты можешь выйти отсюда? Мастер игры на флейте. О, я, блин, Бэвэрич напиток. Ну, видимо, просто любой напиток, окей. Тогда ты можешь кого-то еще это обчистить. Попробуй с этой. Кто там еще есть на пуле? Во, может, с ней можно поднять. Во, попробуй пулхоппинг с ней. С Мамиджи. Или Tag of War, подожди, а если Tag of War? Tag of War это что? Нет, только большая награда. А, это притяги каната. Это пулхоппинг. Ну или Bad Battle, я не знаю, что тебе нравится больше. Bad Battle, он потупее. Тупо закликиваем. Прикинь, на тебя закликает. Я лучше умею закликивать. Она лучше умеет уворачиваться. Ну да, но... Нихера себе в лопище. Но ей это не помогло. И ты прикинь, если бы здесь какая-нибудь бразильянка была? Да, она бы просто под ним ударом просто... Никто бы... Она просто один раз и все. Мне нравится, как эти пузырьки заполняются цветочками. Так все, миленько. Изи. Смотри, у меня уже 400 тысяч. На жопах-то накопил. На жопах накопил, да. Артём, последний день. Фак. Да? Печально, а потом ему отошлют. Куда-нибудь. 4,5. В рулетку 10 раз. Просто ничего выигрывать не нужно. Артём, ну это я тебе оставлю, давай. 10 раз. Мы что-то отсылали? По-моему, да. Да похер, открывай, Артём. Так, что там? Не здесь, в квадрате. Тём, в квадрате? Блин. А может это все открыть, кстати? Да? А, кстати, да, может там... Нет, в воде же нету, давайте. Где там, говоришь, квадратики? Квадрат нажми. Так я так нажал, я до этого нажал. Квадрат. Нет, квадрат. Блин, не то нажал. Нет, я до этого заходил в квадрат. Вот. Серьезно? Да, вот смотри. А, хорошо, а где тогда? А, ну видимо... Кому-то нужно отослать этот сраный костюм. Давай всем отсылать костюм. Это костюмы разве? Нет, это не костюмы. Там костюм в другом месте. Это можешь открыть нахер. Там send gift. Слушай, а может это как... Не-не-не-не-не-не. Ну, наверное, здесь, да, вот здесь как раз. Подарок. Так это не то, Артём. Так вот он, подарок от Елены. Да, но он еще есть у бабы, баба может подарить сама. У него нету, только что смотрели. Артём, выйди отсюда. Переключись обратно в режим бабы. Сцена гиф. Режим бабы. А, серьезно? Ну ок. Давай, откроем. О май гад. Ладно. Дизлайки. Норм.
Да так с намеком что-то, флейты дарят. Трамбон. Трамбоны, но что-то с жри намеком, суши, я... жри суши. Пока не испортились. С намеком что-то, с... как-то подарочку-то иду. Не знаю, не знаю, давай всем отсылать, я даже не знаю. Кому? Давай отошлем этой бабе фиолетовой, которая справа. Что у всех по одному сердечку, мы с тобой... Вообще, вообще не сатисфакторы, да? Не сатисфакторы вообще, ни разу. Давай этой бабе вон, в самой крайней, правой. Упс. Там было даже подписано подарок от Лены. Там вот снимать этикетки, да? Иди в казино, короче говоря. Только не как оунер. 10 раз, Артём, давай. Я в тебя верю. Что надо, рулетка? Да. Минимальный ставки. Не, можно, конечно, максимальный просрать все. Заработал, просрать. Тут максимальная это сотка. Ладно, погнали. Я не верю в себя. Как вообще играть? Я хз, ставь, куда влезет. Выбирай и ставь. На, может, смотри, куда они поставили, да? Я даже не знаю, как вставку. Тав. А, то есть можно поставить. Можно ставить куда угодно. До 12. Что-то мне не нравится то, что это все растет. Может хватит, а? Артём, это не ставят фишки. Просто ставь куда у тебя угодно и все. Тебе надо 10 раз играть. Артём, что ты выбираешь? Какая разница? Ты что, не знаешь, как что это значит? Артём, ты уже 260 поставил. А, ну тут время. На ставки. Лол. Ну, я что-то поднял, короче, походу. Немножко. Ты, нет, ты не поднял, Артём, по-моему. Поднял, там желтенько было. Да? Да. Нормально, ладно, 407 тысяч, давай, Артём, поднимай. Ты можешь ставить несколько, давай. Херо. Можно посмотреть на колесо. Хера они там наставили, вы что, охерели что ли? Денег куры, видимо, не пьют. Двойка. Он все просрал, Артём. По-моему, да. Да, нету, нету. Кто-то поднял нормально вообще. Вообще охереть. Вот не надо. Вот тут можно... Ставь, Артём, ставь все на зеро. Просто ставь... Ставь до хера тысячу на зеро. Не, реально, Артём. Все на зеро. Где зеро? А вот. Вон оно, сверху, слева. Ты просто можешь зажать. Нет, так, она так не работает. Давай. Давай еще. Это все? Все, больше перестань меняться. И сюда еще. Отлично. Изи, двойное зеро. Ладно, давай еще на красную. Фак. Еще зеро. На зеро, кстати, самые большие ставки. Артём! 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 Артём просто! Артём! Изи катка! Смотри! У нас косарей! Просто! Видишь, Адаш, была такая, да ну нахер, я все всрала. Артём, на красный, я тебе говорю, на красный оставь. На красный. И на четное отдад. Все, изи катка. Не, еще туда поставил. Блин. Черт. В жопу, короче, баб водить по пляжу, в казино самое интересное. Угу. Артём, нечетное. И красное. Ну, хотя бы красное. А, нет, подожди, отдад это нечетное ведь, да? Да хрена узнаю. Да, это нечетное. Мы единственные, кто поднял что-то. Нормально. Три косаря подняли. А, или красное подняли из-за красного. Я что-то не понял. Ну, не важно. Сколько там, 10 раз? Блин, сколько раз мы сыграли? 4, по-моему. Черное. Лонг Джонсон. Короче, ставь когда угодно денег, просто до хера, чтобы хоть жопа ешь. Подняли нормально. Можно, короче, забить на всяких тут ублюдков. А, подожди, мы же за бабу играем, факт. Ничего не поднял. Только потерял, короче. О, одна вышла.
У них еще свой цвет фишек, охренеть. Почему у нас какой-то цвет детской неожиданности? Ну, не знаю. Ты что, на все хочешь подставить просто? Беспроигрышная ситуация. Я не знаю. Ноль. Леро! Что там дабл зиро ставит, смотри. Две с половиной тысячи поставил. Сколько поднимешь? Зеро. Нормально, 3000 забрал. 500 поднял. Нормально. Да. Только ты и поднял. Изи. Это пятый раз был, да? Да, сейчас шестой, да. Ну, формально, да. Как обычно. Дабл зиро. Давай еще посерединке поставь. Между зиро и дабл зиро. А что это значит? Это что и на зиро, и на дабл зиро ставишь, по-моему. Я оказываю, только там, по-моему, ставки ниже. А, то есть можно так. Ну, то есть самые большие ставки ты на зиро ставишь и на определенное количество, ну, на определенный номер. Говно. Ты ничего не поднял. Я поднял. Что-то поднял чуть-чуть. Откуда? Ну, больше просрал. Понял. Шестой раз, да, еще четыре. Как всегда. Изи просто. Красный зеро. Сейчас будет сложно, сейчас будет сложно. Давай, Артём, на... Так, 69 на 90... Фак, нету. И на нечетное еще подставь, Артём. На четное, нечетное. И, короче, шарик остается посередине просто. 3170, говоришь, да? Сколько поднимешь? 1000 поднял, нормально, Артём, просто. 200 всрал. Красавчик. Еще три. Что ты накакал-то там? Давай. Веришь в то, что выпадет красный? Я не знаю, я... No more bet! 36, да? Ну, Артём, ты был близок. А хотя нет, ты подобрал точно, ты же нет поставил на 35. Дальше все подобрал. Это, короче говоря, вот видишь там вот это вот, вот линии 2 к 1, то, что ты ставишь, это на одну из этих вертикальных, если упадет шарик, то ты получишь. То есть, если ты пытаешь на 3, 2 к 1, то ты получишь в любом случае выигрыш, но он не будет сопоставим с тем, что ты поставишь. Ну, то есть ты поднимешь тысячу, а проиграешь полторы, если поставишь туда и туда. Причем это очень странные ставки. Я знаю, да я вообще чем странный. Так что это нормально. Да блин. Ставь, Артём, на чётный и нечётный. Я бы понизировал. Да, по-любому. Нормально, 500 поднял. Отлично. Кто-то поднял до хера. Просто. Надо, короче, надо делать как-то непросто. А что, я не могу сюда поставить? Артём, ставь на 7, я уверен. Ставь на 7, все. Изи. И на черное еще. Все, сейчас смотри, легко. 1450 поставил. Зачем? Так нужно. Окей. Почти косарь всрал. Что-то еще два раза, да, надо сыграть? Или один? Не, смотри. На черное, точно. Боже мой, что за озвучка? Такое чувство, что они либо там вытаскивают соплю из носа, либо кончают каждые 5 секунд. Ну это японцы. Если была бы другая игра. А в это-то все понятно, да? Да, в это все понятно.
1400 поставил, говоришь, да? Ну! Сотку потерял, нормально. Да, вообще, изи. Красавчик. Кто-то нормально понял. Голубенькая тварь, я не знаю, как их зовут. Мамиджи, Хириджи, я хз. Хината, Хуната. Педала какая-нибудь. Нет. Ставь, я уверен, 2-1, вон та самая крайняя, дальняя. Подожди. Да блин. Все, нормально. Полтора косаря, Артем, сейчас спокойно поднимешь, смотри. Они весь центр заняли. И на восьмерочку еще. Фак. Полторы всего поставил. Изи, изи, изи пятисоточка, изи. Да капец, что ты поднимает, а? Ну, вообще давай, давай последний раз. Сейчас ты пристрастишься, знаешь, пойдешь в казино реально играть. У меня будут женщины стоять. Знаешь, чтобы поднимешь, до хрена было. Старые, но будут стоять женщины. Блин, тварь. Она что, фишки пошла поменяла? У нее были красные, по-моему. А, нет, это другая баба. Я путаюсь в этих бабах. Везде. Все засрал. Артем, зачем поставил одну и ту же цифру три раза? Я не знаю, я псих. И нет, что не проканала в раз. О, проканала, смотри-ка ты. Нормально. Артем нормально поднял. Ладно, давай. Заканчивай. Нет, давай дальше. Так все, я закончил. Сейчас. Угу. Mission clear. Пошла спать. Good night, Moron. Good night, Moron. Ты хочешь, чтобы я отжег бабой последний день? Да. Давай. Последний день отпуска ты должен это, не знаю, пляжный роман завести там. Дайте девушке инструмент, который ей нравится. Я сейчас... Давай плиты, короче, дарить. Всем. Всем. Всем клейте. Всем по флейте. Всем. Просто всем. Кстати, что ей нравится? Покупаем 8 флейт, короче. О, 2 уже есть. И гитара нравится, да? Это здесь, да? Да, вроде. О, бананчики появились. Нормально. Свежие бананы. Потом, видимо, появятся протухшие бананы. Вот там. Артем, тут ничего нету. О, пончики, пончики. Давай, давай пончики откроем. Интересно, как толстые. Реально, прикинь, симулятор толстый. Реально, такой пузо, прикинь. Тут нихера нету, Артем. Где мне доставать? Давай тощу откормим. Может, там появится что-нибудь. Вырастет. По идее, они все тощие. На дрожжах. Здесь нихера нету. И здесь нихера нету. Ты как-то все плохо. Все вообще плохо. Очень плохо, все очень плохо. У Елены там сразу такой костюм, такой костюм. Ну и где буду инструмент доставать, если его нету? Лол. Ну у тебя же есть инструмент. Три инструмента есть, любой из них подъедет. Флейты, дари всем флейты. Так это понимаешь, это то, что у нее есть. А, тебе нужно как улететь подарить. Ну. Тогда другой магазин сходи. Так другого нету? Вот два. Фак, что делать? Не там, там нету. Ну значит надо переключаться между этими. Так, окей. Мы должны что сделать? Мы должны с кем-то, короче, говорить. Да иди ты в жопу просто. Факция не повышается. Ну, близость вообще нигде, слушай. Что я хз, ну пусть Хелена будет. Это нет, надо Хитоми. Просто мини-игры. О, смотри, она тоже загорела. Хераси, чё они все-таки большие?
Видимо, видимо, у этой у бабы пошло все в сиськи. Ну, видимо, да. Компенсация за рост. Да, вот это толкаться нельзя. Как в этот. Пальма влетела. Реально оно продолжает бежать? Ты бы, скорее всего, влетел в пальму. Я бы помню, как... Говно. Так, может, сейчас что есть? Инструмент мне дай. Хотя бы флейт. Телескоп, найс. Не пойдет. Не совсем, да, инструмент? Не пойдет. Juicy Peach. Это что такое? Я не знаю, давай не будем убивать. Не стоит. Какая-то окарина. О, Карина. О, подожди, подожди. Фак. Я даже не знаю, битва жоп или... Нет, пул хоппинг. На нормале. Изи, сейчас укатаю. Сейчас у него сатисфакция так вырастет. Да фак. Отстаешь, коллега. Ай, как же так-то, Илюша? Почему она не упала? Вообще хз. Слушай, я нажимаю кнопки, а они просто не работают. То ли я хз как? Нажимать кнопки? Почему на нормале не работают? На изи спокойно. А здесь вообще хз. А можно уже, как бы, получить то, что, как бы, хочется по миссии получить, нет? О, курочка появилась. Зонтик. Лупа. Нормально. А музыкальный инструмент нужен или нет? Там, по-моему, поиграть на нем указано, нет? Лупа, я бы сказал. Да. Зачем вам лупа? Отличный подарок, да? Дайте инструмент девушке, которой нравится. Окей. Я помню, там такой же... О, фак! Моя жопа пригорела. Я только что подумал в кухне. Но... Никто не хочет быть моим партнером. Никто не хочет играть со мной. Может... Короче, пойду, короче говоря, вскарабкаюсь на гору. Пойду сам с собой играть. Это очень странно звучит. Попробуй сейчас каждый раз ошибаться. Ничего не будет, по-моему. Вау. А можно она упадет? Нет, этим нельзя, по-моему. What the fuck? L1? О, вот это было неожиданно. Да, вообще капец. О, какие сложные комбинации пошли. Надо вместе нажимать. Напрыгивает, нечестно. Вот это да, Артём, вот это тебе не Heavy Rain. Да, это серьезно началось. Фига себе. Опасно. Не будет перфект бонуса, кстати. Эй, я успел. Нормальный кадр так, кстати. Выдохлась, бедняга. Нормально, я бы сейчас снял. А, сейчас не будет снять. Фак. У меня вон плоскостопие. Ты не думаешь, что посреди наступлю? 75 тысяч за финиш. И ты лажал. Ой, если тебе очень понравилось. Видишь, 25 это было. Достаточно сегодня, да, устала. Нет. Бедолага, устала. Слушай, пропала.
с рок-кламбингом, чем быстрее ты закончишь, тем больше наград ты получишь. Хочешь какие-то подсказки? Ты можешь карабкаться быстрее, нажимая кнопочку в момент, когда следующий символ появится. Только осторожно, одна ошибка будет стоить тебе много времени. Тебе нужно быть осторожным. В то же самое время. Очень важно, Света. Я понял. Мы получили подарок от Яны? По-моему, мы ей что-то дарили. Не умеем свои подарки, похоже. Короче, будет грустненько. Артём, что сейчас было? Артём, что мы с тобой делали сейчас? Не, ну мы закончили. Что за... Не, ну зато можно посмотреть на это на ролике. Там по-любому скрытая какая-нибудь концовка будет после титров. Короче говоря, это на проходе, наверное, раз 50, чтобы все увидеть, да? Да, похоже, что да. А что тут увидеть? Я хотел, тут все такое потрясающе разнообразное. Однообразное, но не знаю. Как вам эти сатисфакции увеличить? Че, мне постоянно крабкаться на горы, что ли? Берешь, просто качаешь сейва со всеми этими открытыми и все. Потрясающая игра. Артём, 5500. 5, сука, с половиной тысяч. Лучше бы шлюх сняли на двоих. Ай, какой кошмар. А может быть это в Оунер моде надо? Все. Что она делала? Надо было шар подарить. Надо было шар подарить. Так можно и спину сломать. Да, кстати. Копчик. Велосипед? О, кататься пошла. Они как велосипед подарили? Прямо кинули в харю? Артём, что вы сделали не так? Смотри, двухподвес, все дела. Какой-то Dead or Alive, короче. Фирменный. Бонни Хоп мутит. Вообще. Экстремалка. Кстати, отличный вечер. О, ну да, этот обновленный. Прикинь, это реально чьи-то руки. Так и намекает. Во, это шикарный костюм. Вот у Хелены такой есть. А, так это она есть, да? Угу. Там, короче, вообще все видно. Там все в ракушках, но все видно. То есть у нее самый клевый костюм. Угу. Ну и вот я тоже. Нет, парочка. Это потому что по предзаказу. Ну, она, ну, сколько она так-то стоит? Кто? Игра? Да. Ну, по идее, 450 гонконгских долларов. А если в русских? 4... Что? Да, правильно, правильно! Отличные действия! Я думал, она мужику не делает. Ладно, она хоть на статую обтирает. Почему это вообще все здесь? Половину не увидели, что ли? Ну, видимо. А, нужно же было релаксировать, Артём. Мы что-то забыли, надо релаксировать, все да, такое. Да, надо было почаще это релаксировать, там, условия. Редко очень релаксировали. В основном этот, как там... Пулхоппинг, гребаный пулхоппинг, гребаный, а. Просто пулхоппинг, форзивин. О май фак, просто. Можешь пропустить это все дело? Нет, я тебе говорю, скрытая концовка будет, надо дождаться. Уверен? Опа, вас всех обманули, на самом деле здесь 1400 дней. И там, опа, 25-й кадр. Какой мужик раз. Артём, у меня 60 FPS, какой 25-й? Да, 25-й кадр, или да. Плохая игра, чтобы протестировать 60 FPS, по-моему. Команда Ninja. Найс. Найс, отличное приближение. Правильно, Харю закрыли, молодцы. О, душек есть. Короче, мы с тобой самое интересное не увидели. Стоит сыграть еще раз. Не, реально самое интересное не увидели. Реиграбельность просто огромная. Это что такое? 30? Результат. Какая оценка? Какой оценка? Сейчас.
Ну, нормально. Вы можете перевести рейтинг сатисфакции. Я буду ждать тебя. По крайней мере, пока девушки здесь, нет конца работы обладателя. Или я имею в виду моего острова. Ты можешь перевести часть сатисфакции, ну, рейтинга сатисфакции персонажа на следующий отпуск. Девушки запомнят, как сильно ты работал для них. Результаты обладателя. После 14-дневных, поскольку закончится 14-дневный отпуск, я буду выдавать тебе рейтинг как обладателю за все твои достижения. Мой рейтинг базируется на том, как удовлетворены девушки. Вот и все. Это хорошо, если у тебя будут свои фавориты, но как обладатель тебе нужно и других девушек тоже учитывать. Excitement level, уровень excite, fuck. Потрясности. Потратить 14 дней с девушкой повышает ее левел excitement, неважно, в общем, который он повышается, и повышается рейтинг сатисфакции, а также награды, которые ты можешь получить. Ее левел excitement не повышается, если ее рейтинг сатисфакции низкий. Или если... Столько слов непонятных, да? Вообще. Ну, сатисфакция удовлетворения, но мне нравится говорить сатисфакция. Сатисфакция. Или, короче, когда ты отменил отпуск. Русский, английский. Или у него корона появилась. Уровень excitement скисти. Сатисфакция 60. Что-то мы с тобой вообще там не преуспели в этом деле. Вообще. Все плохо. Какой кошмар.